Привет, друзья! Я приветствую вас в своей мастерской. Называется она Дэн Тюнинг, имени меня. Я, соответственно, Дэн. Все свои работы я делаю сам. И, чтобы подогреть ваш интерес к своему каналу, я решил такой небольшой ролик заманушный сделать. Впереди будут несколько интересных проектов, которые я планирую снять и показать вам. Один из проектов это буду ставить на коленвал восхода 3М01 шатун от Yamaha. Такая доработка есть, уже практикуется. Ну, так покажу, как это выглядит хотя бы. Второй очень интересный проект, он интересный для меня в первую очередь, это будет доработка двигателя кроссового мотоцикла Kawasaki KE65. То есть там будет полностью доработка коленвала, доработка картера, доработка цилиндра. Детали все берутся абсолютно новые, то есть новый коленвал будет дорабатываться, абсолютно новый цилиндр, доработка каналов. То есть это как бы возможность снять по максимуму с этого мотора. То есть мотор будет делаться для спортсмена, для результата. Вот, поэтому как бы серьезная доработка, серьезный подход. Вот, ну и пока как бы на этом все. Но проектов будет разных много. Они постоянно меняются. Как бы однотипных таких работ у меня мало. То есть в основном это творческая работа. Творческий подход. Смотрите, ждите.